Слышал, ты крутой стрелок. Слушай, если ты не встречался с Дитрихом, поговори с ним. Ему был нужен стрелок. Говорят, это ты помог Джонсу с мутантами. Говорят, ты из тех оттаивших солдат из прошлого. Знаешь, за тебя обещают кучу бабла. Но тебе повезло. Никто не верит, что правительство в самом деле заплатит. Мутантов больше нет. Город сможет расширяться. А это значит, что у нас будет работа и жилье. Ах ты, новый боец Редстоуна. Ну как, не хочешь подзаработать? Чертовы бандиты потрошат моих поставщиков бухла. До меня доходят лишь опивки. Я хорошо заплачу, если прикончишь пару бандитов на дорогах. А за каждого хищника правительства получишь двойную цену. Ну что, готов? Ну прекрасно. Врежем как следует. Уничтожив мутантов, ты очень помог городу. Ты здесь недавно? Припасы можно купить у Яни, но самый лучший выбор у Стью. Если ищешь что-то особенное, иди к нему. Привет. Водители, внимание! У меня есть отличное Добро пожаловать, я Стью. У меня всегда есть товары, которые я продаю со скидкой. Хочешь взглянуть? Заходи, у меня всегда есть новинки. Лучшие скидки в городе. Рады тебя видеть. Нам тут непросто. Жить так близко к столице напряжно, но мы расслабляемся, как можем. Наконец-то. Мне давно хотелось с тобой встретиться. Добро пожаловать. Я наслышан о тебе. Ты отлично решаешь чужие проблемы. А у меня как раз возникла проблема в химической лаборатории. Я точно знаю, что для тебя это совсем пустяки. Тебе это по силам. Моя перегонная установка работает автономно. Необходимо только взять реторты, поместить их в главную перегонную установку и подождать, пока они наполнятся. Как видишь, ничего сложного, да? Я уверен, ты справишься. Однако есть одно «но». Мутанты услышат запуск, и тебе придется, ну, оставаться живым, пока наполняются фляжки. Думаешь, парень с твоими способностями справился бы? Прекрасно. Химический завод находится к северу от города. Принеси мне то, что нужно, а уж я в долгу не останусь.
Привет! Прекрасно, друг мой. Этот синий блеск меня озолотит. Мои товары будут продаваться повсюду. Ты очень мне помог. Поэтому я хочу подарить тебе рецепт особого состава. Дитрих, советую держать этот рецепт в секрете. Состав очень ценный. Эй, что-нибудь есть? С тобой приятно иметь.